самое нестандартное прохождение Skyrim Special Edition продолжается. Всем привет, друзья! Меня зовут Сагиров Иван, это мой канал Мистер Гэт. Поехали! Спасибо, Ярл Элисив. Благодарю за верность. Эти условия откровенно на руку бунтовщикам. Все это понимают. Но Империя примет их лишь до того времени, пока с драконами не будет покончено. Потом, Ульфрик, придет час расплаты. Жди его. Пойдем, Галмар. У нас много забот. Потеря Маркарта — высокая цена за перемирие, Довокин. Надеюсь, дело того стоит. Стоит. Те, кто не смотрел прошлую часть, то мы полностью на стороне Бэба. Братьев Бури, ребятки. Скажи слово, и мои люди помогут тебе захлопнуть ловушку. Ага. Но есть одна трудность. Какая? Как заманить дракона в драконий предел? Отличный вопрос. Вы же не пропустили эту мелкую деталь? Думаю, тут я могу. Я предвидел эту проблему. Сегодня, друзья, возможно, финальная серия. Почему он явится нам на вызов? Он не обязан прилетать, но драконы от природы горды и не отвергают вызова. О, да, Винг. Есть еще одно дело. Мы знаем о Партурнаксе. Есть еще одно дело. Что? Партурнакс. Дракон, которого все эти годы охраняли седобороды. Он должен умереть. Дельфина, иди в жопу. Ну что, ребят, мы получили крик. Зов дракона, хотя я не пойму, как три души мне влетело, или просто он мне рассказал, и почему я их зарядил. Это все очень странно. Очень странно, как старик так мне отдал это. Ладненько. Ребят, почему нестандартное прохождение? Да потому что я пытаюсь на первом уровне пройти главный сюжет. Ну и все остальное потом как пойдет. Не повышая уровня. Не повышая. Также я играю в режиме выживания. Это то, что с клуба творчества. И новичок. Ну, я, честно говоря, поставил адепта. Давайте на адепте. Но я не знаю, как там дальше будет. Мне кажется, будет хреново. Хреновенько. Вот. Так что теперь нам нужно куда? Падший. Ловушку. Ловушку. Будем готовить ловушечку. Иркитус, ты со мной, дружище? Не, ну понятно, он далеко со мной не пойдет. Там придется мне самому расхлебываться. И я не знаю, ребят. Ого! Ого, это что, я так хочу спать? Вы видели, какая там красная полоса? О, черт! Голод! У нас вообще вкусняшки были. Так, куда я захожу? Чуть-чуть. Мед Хунинга, чуть-чуть муки. Давайте чуть-чуть муки накинемся и... Ну что, ребят? Ну что? Погнали в драконий предел. Ребята, у меня есть гайд самый сильный вор. Ссылочка внизу, потом обязательно посмотрите, если еще не видели. Спасибо. Ну что ж, попрыгали. Как говорится, попрыгали. Воу, воу, воу! Вы не прочь заморозить червячка? Что, что, что там было написано? Ага, все, я понял. Мы очень голодны. Очень, а что это за эффект такой? Вы на 90% менее эффективно используете щиты и скрытность. Мне это не нужно в моем нестандартном прохождении вообще. Не нужно. Но этот эффект какой-то красненький, мутненький, мне совсем-совсем не нравится. Ой, вообще не нравится. Вау! Как-то больше мне не хочется прыгать. Я бы не успел, наверное. Я бы, наверное, не успел. Так, я сохранюсь. Ну, ну его в баню. Потому что помню, я летел, летел, летел и...
закончился внезапно этот крик. А нужно будет его выучить в нестандартном прохождении полностью, потому что... Ты, ба, нифига себе, на тебя напало до хера драургов, ты юзнул и просто убежал. Или еще можно взять талант, где здоровье восстанавливается очень-очень быстро. И таким образом можно нехило отбежать, вылечиться и нормальненько все. Все будет классно. Так, ну что ж, теперь Вайтран. Заходим. Окей, сейчас быстренько в магазин. Тут тепло. Жалость-то какая. О, бедняги. Интересно, когда они исчезнут? Чайни. Я ж не замерз? Нет, я голодный. Чем могу по... Хорошо, она твоя на день. Давай утолим твой голод. Давай. О, они прям знали, что я прибегу голодный с высокого Хродгара. Картофель, вкусняшечки, помидорчики. Да все скупляю. Конечно, сладкий рулет. Конечно. Потом все закусим. И пирог. Я покажу тебе твою комнату. Я знаю. Мне кажется, будет более экономно, если мы поспим. Лучше спать на голодный желудок. Хотя я, честно говоря, не могу так спать. Я ночью хомячу. Вы не представляете, как я ночью хомячу, дай если мне знать, я если хочу тебе есть. Нет, 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 нет. Вот, и только сейчас. Вы насытились и получили бонус, да? Да, быстрее. Геркитус. Геркитус. Геркитус, давай проходи, дружище. Вечно вот это вот застревание. Я надеюсь, что в шестых свитках исправят. Что хотя бы наш компаньон будет вот так вот боком поворачиваться, знаете, ну, в принципе, просто боком вот так вот раз, он разворачивается, ты легко проходишь, и он вообще тебе не мешает. Да хранят тебя боги в битвах, друг. Все ли готово для поимки дракона? Как я и обещал, мои люди готовы, большие цепи смазаны, мы ждем твоего сигнала. Главное, что цепи смазаны. Пора. Мои люди знают, что делать. Сделай только свое дело. Я доверяю тебе судьбу своего города. Поехали. Как говорится, поехали, друзья. Так, нет, не сюда. У-ху! Прикольненький момент срабатывает, когда дракон прилетает. Он сразу захватывает вот этого стражника. И потом этого стражника можно найти вот там вот. Где-то. Где-то вот здесь под замком. Это прикольно, знаете, как мир проработан. Ну что ж, зов дракона. Дракон, я вызываю тебя, Одавинг. Слышишь? Смотрите. Да, самое интересное, потом его можно там найти. Ну что ж, драконобой. Не высовывайтесь, пока он не упадет. Ну-ка, малыш. Давай. Давай, иди сюда. Иди, мой маленький. Давакин, я тут. Иди сюда. Так, 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 так. Ой-ой, как-то страшновато. Ну давай. Тебе пришлось постараться, чтобы поставить меня в это унизительное положение. Да особо не старался, честно говоря. Где найти Алдуина? Унслад Кросис. Тысячи извинений. Отвлекся. Я отвлекся. Теперь, когда я ответил на твои вопросы, ты отпустишь меня на волю? Ты обещаешь служить мне? Ам? Служить тебе? Нет. Не Тид. Когда и если ты одолеешь Алдуина, я подумаю. Вот как? Конечно, я могу отнести тебя туда. Давай. Но меня придется отсюда выпустить. Открой ловушку. Точно?
Ты хочешь выпустить этого дракона? Да. Но мы же так старались его изловить. Да, хочу его выпустить. Это будут твои похороны. В следующий раз пусть кто-нибудь другой тебе помогает. Готовьтесь открыть западню! Ради всех богов. Фарсну! Синий Дейн Рути Асфаль! Транспорт. Это оружие от стражника, которое осталось. Ну что ж. Не пора ли тебе увидеть мир так, как видит его только Дова? Пора. Зог Бритут, предупреждаю. Единожды пролетев по небесам Кейзаль, будешь вечно завидовать Дов. А мотив Мубок. О, это крутое ощущение. С факелом погнал, ну, чтоб не замерзнуть. Ну что, друзья, как говорится, начнется праздник. Огненное дыхание, кулачки. Я возьму, наверное, перчатки борца. Не думаю, что сильно они прокачаются. Но тут у нас и драконы, и все-все-все няшечки. Какие только могут быть. Поехали, как говорится. И холодно. Вот это я попал. Почему ночью? Ёль! Отличненько. Так, малыш бежит. Хреновенько как-то бьется. Там он мах. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Там еще дракон этот. Ну, черт. Воу, нежданчик какой. Вот это веселье. Вот черт. Вот это да! Вот это вот вам, ребятки, адепт. Ой! Я прячусь, друзья. А что у тебя тут есть? Гранатик, монетки. Господи, тут еще морозная вода! Да вы что, гоните? Да, ребят. Вот что значит влип так влип. Вот что значит влип. Четверочка. Щит. Для защиты от крика. Почему мы не согреваемся, когда... Ты уже другой. Я уже одного лупил. Вау! Отвалите, ребятки! В очередь! Господи! Ну это трэш. Сопротивление огню. Немножечко выносливости. Скумы для храбрости и давайте живицу! О да! Регенерация. О, как-то мы медленно начали двигаться. Наваливаем. Наваливаем лещей. Иди сюда. Да, из-за живицы мы медленно-медленно передвигаемся, оказывается. Черт. Я ж, по идее, должен нормально согреться. Вот это попадосик. Где ты? Вы видели, здоровье у меня восстановилось? Это что такое было? Я не знаю, что это такое, но я чувствую сейчас... Потрачу все свои зелья. Все, что можно и не можно. Поехали! Еще раз он меня укусит, наверное, ребят, и съест.
просто съест. Давайте чуть-чуть еды. Чёртов дракон! Воу! Воу! Воу-воу-воу-воу-воу! Я получил повышенное обморожение, ребятки. И ой, как это не весело. Тут где-то еще один дружочек. Сгорай! Погодите, а лагерь я сделал? Или нет? Черт, я, кажется, забыл... Есть лагерь, давайте сделаем лагерь. Не, ребят, давайте разобьем лагерь, чтобы мы могли согреться. Есть. Ой, классненько. Ой, тут костерчик. Ой, поправляйся. Ой, солнышко, ой, хорошо-то как стало. Еще и факел. Давай, последний раз. Вам тепло. Господи, как же классно. Никак я тут не запрыгну наверх, а? А ну, дайте-ка посмотреть, что тут у нас вообще есть. Не, друзья, не-не-не, я все-таки возьму на новичок. Как я начинал играть, так и продолжу, потому что изи режим тут уже не изи ни хрена. Вообще ни хрена не изи. А вы же знаете, что я не пользуюсь магией восстановления. А хилок у меня чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Я как представлю, что мне нужно будет пройти еще те сложнейшие руины, то... Нет-нет-нет. Нетушки. Играем, как и играли. Давай. Иди сюда. Сейчас мы будем... Поехали! И вот она! Вот она, сила Каджита! Не-не-не, будем проходить дальше на новичке, потому что так еще кое-как возможно. А на адепте уже тут, ну это такой пот. Ну его к черту. Притом, я за эту серию планировал пройти все, но сейчас понимаю, что впереди еще ждут огромные руины с боссами, с драургами, с загадками разными. Слушай, а на первом уровне... Слабеньким. Еще одного спалил. Двойная сила. Тут простые. Я помню, проходил сюда на легендарке, конечно же. Уровень был уже высокий, тут все. Сажай. Тут все были просто-напросто рогатые, высокоуровневые, чертовые драурги. Промазал поэтому. Холодно-холодно, заходим в помещение, там еще был какой-то враг, короче. Ребята, мы внутри. Мне они вообще не нужны. Мне нужен только крик. Быстрое восстановление. Да ловушки сработали! На! Уу! Да вы, ребята, вообще. Вот так вот мне нравится. Все-таки все адаптировано. Все, ребята, адаптировано. И даже если ты приходишь на первом уровне, тут не будут высокоуровневые. Хотя, честно говоря, я думал, что здесь криптовые высокоуровневые драурги. Серьезно. Оказывается, нет. Оказывается, еще можно. Весело. Не, ну вот эти вот ребята, конечно. Еще могут немножечко побить тебя. Крика еще нет. Малыш, иди сюда. Мы вообще не заболели, потому что гнилью можно. Холод. Тут зябко. Так, и тут у нас загадка. Что же нам нужно открыть? Или ту дверь? Если мы ту дверь откроем, то там будет какой-то сундук, по-моему, с лутом. Может, будет зелье. Давайте-ка мы его и откроем. Так, что у нас тут? Тут у нас змея.
Первое откроем птицу. А тут у нас рыба. Факел закончился. Тут у нас рыба. По идее, сейчас должна открыться. О, тепло. В пещерах у них, слава богу, тепло. Монетки. Грозовой атронах. Черт, вы знаете, а можно было, в принципе, использовать атронахи и свитки, знаете, на адепте. И более-менее пройти. Ну, нет. Я хочу закончить, наконец-то, главный. Вот. Есть. Пойдем. Сейчас я буду прям как Флэш. Быстро, мгновенно пройду эту локацию. Хотя, помню, она огромная. Она состоит, по-моему, из нескольких... Вау! Если полностью кричишь, то даже большой проседает. Притом мне огненное дыхание не на всю, но у меня взят талант от Партурнакса, который на 25% делает сильнее крик. Паучок. Да что ж я мажу по вам? Мы маленькие. Да, это не... Легендарная сложность, как-то непривычно. Когда я в стримах играю супер легендарно, а потом на новичке. А, ну знаете, нужно играть по-разному. Потому что это разные ощущения, и для меня это просто отдельный скилл. Когда ты пройдешь игру на первом уровне, на самом черт первом. Ни разу мне такого не было. Кстати, мне ребята сбрасывают уже прохождение ребятам за границей. Которые тоже начали так проходить. Да, видимо, подсмотрели. Красавчики. Тоже открыли для себя. Опять какая-то загадка. Воу. Мы забыли тебя. А что тут? Тут как бы подсказок нет. Змея. Как будто на меня падает. Мне самое лучше, конечно, зелья разные. Побольше зельев, побольше. Храм. Следующая локация. Автосохранение. Дядя. Много дядь. Много-много дядь. Твой холод. Пламя. Тебя не спасет. Малышик, получай лещей. Изи. Постоянно срабатывает вот это вот поглощение. Наверное, болезнь. Мне кажется, что это именно болезнь, поглощение. Какое-то... О, лечение, класс. Вау. Вы посмотрите, как миленько, да? Мне кажется, это не просто так. На скелете сверху камень. Хм. Это ж нужно было его аккуратненько туда положить. Дружочек, привет. В окошко. Воу, ловите ловушечку. А, я так понял, там не нужно туда, да? Да... Да. Сейчас подожду. Сундучок. К оружию. Свитки я вообще не использую. Вообще. Ну, вы знаете, на самом деле сейчас-то более просто. Но я планирую также проходить и дополнение. А все мы знаем, что в дополнениях 100% там будет сложнее. Почему? Да потому что дополнения открываются с 10 уровня. И по-любому там уже не будут первоуровневые драурги. Фалмеры и все. Да, даже Драгонборн. Все мы помним, что там уже высокоуровневый. Даже на первом уровне. Воу! Там есть драурги, которые уже ходят с эбонитовым оружием. И такого нет, что ты придешь туда на первом уровне, и не будет с другим оружием. Мы даже это потом посмотрим и рассмотрим. Опа-па. Военачальник. Да ты еще кричать можешь. На легендарной сложности, по-моему, тут вообще высокоуровневый драурк, то что летает.
Алмазный коготь. Что нам нужно сделать? Лисичка, бабочка и дракон. Тяжеленная дверь открылась. И... Ребятки, как вам тут? Это ж, господи, это ж, ну, им нужно было тут сидеть столько времени, пока они не умерли. Или нет, или их сюда посадили уже мертвые. Грозовой зов. Который тоже может нам пригодиться. Что тут у нас за отдельная комнатка? С каким-то драургом, костерчиком, немножечко зелья. Можно согреться и... все. Явное дело неспроста. Ой, смотрите-ка. О, прекрасная нычка, бриллиант. Безупречный изумруд. Аметист безупречный. Нужно будет добавить их к себе в коллекцию. Ну, это место, где есть драгоценные камни. Не, ну понятно, на первом уровне вы не получите, потому что... Не, ну, я же получил, ну, сразу не получите, потому что нужно сколько всего пройти по главному квесту. Ребятки, можно было вообще использовать один крик, потому что использую два. О, да тут холодно. Ты еще меня морозишь. Отстань. Просто отстань. Слушайте, там же можно быстро пробраться. Но тогда я не получу очень крутой посох, которым, в принципе, мне можно пользоваться, и магия не будет качаться. Но как-то драться с ним тоже не хочется. Давайте попробуем обдурить. Возьму крик. Стремительный рывок. Сохранимся. Попробуем. Успею, не успею. Черт, не успел. Не успел. Ладно, будем наваливать. Закрыл он портал. Там еще драконы. Примененная на землю создает стену молний. Слушайте. Накрен. Можно отдать. Воу. Он же, по-моему, этот посох уникальный. Единственный таким цветом. И почему-то некоторые... Иногда эти драконы просто нас не атакуют. Я не знаю почему. Они просто сидят и смотрят. А иногда нападают. С чем это связано, я, честно говоря... А, не-не-не. А как же одновременно и забрать посох и нырнуть туда? Интересно, как возможно? Может, это какой-то секрет, знаете? Нужно что-то сделать такое определенное. Надо будет с этим разобраться. Потому что так никак. Только вы его забираете. Ну что, ребят, мы пришли. Саундгард. Ужасно прекрасное место. Место духов, призраков. И Алдуин тут сейчас правит. Так что мы сейчас не задерживаемся. Быстро, пулей. Слушайте, а если тут использовать крик, грозовой зов, то туман пропадет? Давайте попробуем. В каэрне душ работает. А нет. Нет. Тут не работает, даже стало как-то хуже. Давай драться. Какой ты на первом уровне? Очень сильный или... Так себе, ну я лучше сохранюсь. А то меня сейчас еще ушатает этот двухметровый норд. Что привело странника в Совенгард? Я хочу войти в зал доблести! Не тень ты, что обычно здесь проходят. Могу войти в зал доблести? Живой или мертвый, по завету Шора, никто не пройдет по этому мосту, пока я не оценю его воинскую удаль. Ну что ж. Фус, рода! Да я же крикнул. Этот крик будет восстанавливаться. Ого!
А этот дяденька нифига себе! Как наваливает мне! Твоя мощь велика. Достойна меня. Давно уже живые не входили сюда. Да хранит тебя Шор на твоем пути. Это все? Это все? Ладно. Вау. Лучше туда не падать. Высоковато. Ну что, друзья? Мы пришли. Боже, сейчас нужно Хауки набрать. Это же выживание. Сейчас я наемся. О, да. Добро пожаловать, Девакин. Из Грамор. Никто не входил в эту дверь с тех пор, как Алдуин поставил тут свой капкан для душ. Фелдир старый, провидец мрачный. Ну что ж, они нас ждут. Трое ждут. Вы его знаете. А мы наминаем. Я перегружен. О, черт, что у меня там за барахла дофига? Я... Не все нужно выбрасывать. Пусть ярость битвы развеет наши печали его знака, чтобы обрушить свой гнев на злобного недруга. Угодите. Вы посмотрите, сколько тут еды. Нужно мир спасать, а Давакин тут наминает. Далек был твой путь. Великие испытания, чтобы вкусить услад. Тыква! Зачем тут тыква? Скажите, кто ее будет есть сырую? Картофель? Ну ладно, может быть он в мундирах. Это еще куда ни шло. Ну что ж, друзья. Наконец-то. Теперь мы сможем покончить с Алдуином. Без брони, простой одежде, драконорожденный черт. Где бы он ни был. Обнажить клинки в отчаянной битве с чернокрылым врагом. Погнали. В бой, друзья мои. В бой. Ну что ж, крик, чистое небо. Пусть поля гудят от... Вперед, вперед, вперед. Чистое небо. Объединим наши крики! Давай! Ну? Они ждали меня. Они ждали, пока я крикну. Обратненько, туманчик! Есть! Так, теперь крики. Драконобой. Вечное ожидание сменяется битвой. Судьба Алдуина, смерть его. А ну погодите. Ой-ой-ой-ой-ой, как блокирование у нас-то прокачалось. Мне нужно быть очень осторожным, ребят. Очень. Или наше. Приземляемся. Приземляемся. Кстати, давайте сейчас возьмем какой-то свиток. Вы паралич, катавасия, истерия, гармония, вызов пито... Вот. Наминаем Алдуину. По зубам. Оно обратненько. Оно обратненько давай. Я тебя побеждал на легендарной сложности одними кулаками. Многие мои подписчики помнят. Забью одними кулаками на первом уровне! Да! Да, друзья, это какая-то личная победа. Просто пройти, его же камни по нём же бьют. На первом уровне! На первом! Мы прошли главный сюжет! И Алдуин исчез. И душа его куда-то улетела вверх, но не мы ее забрали. Не мы. Может быть, когда-то эта страшная тайна раскроется в шестых свитках. Куда делась душа Алдуина? Славьте его великой славой! Я буду ждать, друг, когда ты снова вернешься в зал Шора. Ты окажешь нам честь, когда вступишь в ряды воителей Совнгарда. Даже здесь, в сонме героев, немногие могут похвастать таким подвигом. Какая слава! Сами боги могут позавидовать выпавшей нам чести. Отсрочка для Алдуина закончилась.
и наш давний долг ныне оплачен. Долгая ночь завершилась. Какой-то снежок падает странный. Ну что, ребят? Мгла. Слава дракона рожденному! Славьте его великой славой! Да, единственное, что когда вы побеждаете Алдуина, прибегаете в город и как-то все, ну, победил так победил. Охранник может сказать одну фразу и все. Ну ладно, ладно, это Скарим. Господи, я не хочу отсюда уходить. Давайте сделаю сейв и буду заканчивать. Буду заканчивать. И давайте сделаем голосование, ребят. Здесь напишите, пожалуйста, какое дополнение проходить следующее. Драгонборн или Данхард за вампиров? Будет очень интересно услышать ваше мнение. Но мне хочется Драгонборн. Самое сложное, получить там плюшечки очень крутые для нестандартного выживания. И мне кажется, там уже на новичке не будет так-то просто. Поверьте. Ладненько, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья! Пока!